Чемпионат по мини-футболу среди сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь Брещина принимает впервые. Проводить турниры подобного уровня – почетная и очень ответственная миссия. Соревнования позволяют выявить самых сильных и выносливых представителей ведомства. А еще это хорошая возможность сплотить коллектив и показать, что спорт – неотъемлемая часть жизни каждого человека. К слову, чемпионат по мини-футболу – только одна из составляющих большой спартакиады, которую проводит ведомство. Спартакиада Государственного комитета экспертиз Республики Беларусь проводится уже в третий год подряд. Она состоит из 6 этапов. Это соревнования по массовым видам спорта, это лыжные гонки, это шахматы, это игровые виды спорта, как мини-футбол, волейбол, настольный теннис и легкоатлетический кросс. Но спартакиада проводится в целях совершенствования физической подготовленности сотрудников к выполнению служебных обязанностей, а также привлечения широкой массы для занятий физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. Участники турнира отмечают, с каждым годом соревновательный дух повышается. Друзья и коллеги на время матча становятся бескомпромиссными соперниками. Растет и уровень организации первенства. Мы каждый год в нем участвуем, соответственно, у нас есть команда. Всегда стараемся, пытаемся добиться призовых мест. В прошлом году у нас это получилось, мы смогли занять почетное 3-е место. В этом году, я думаю, немножечко улучшить, конечно, свой результат. Все-таки родные стены, мне кажется, должны нам помочь. Уровень турнира, естественно, растет, учитывая то, что, ну, не то чтобы соперник становится сильнее и слабее, все хотят выиграть, это самое главное. Люди заинтересованы во всех областях имеются, ну, и как бы все были, и в Могилеве были команды, и в Гомеле в прошлом году были, и вот сейчас в Бресте. Все нравится, организация на высшем уровне. Турнир продлится по 21 апреля включительно. В пятницу состоятся финальные матчи и пройдет торжественная церемония закрытия. В ходе последней победители, призеры первенства, а также особо отличившиеся игроки получат награды и памятные призы. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.